Всем привет! Сегодня мы приехали в детский развлекательный центр, который называется Bounce and Beyond. Находится он в районе Истамаки. Сейчас в Новой Зеландии детские каникулы, школьные каникулы, и поэтому очень много детей. Как вы видите, вон уже очередь стоит. Здесь очень много мест для парковки, что очень удобно. Открываются они в 10. Сейчас еще нет 10, где-то без 5-10. И народ уже подтягивается. Сейчас мы зайдем вовнутрь, и я все вам покажу. Вход на одного ребенка стоит $16. Здесь такие мини-комнаты для совсем маленьких. Такое мини-кафе.